Как включить резервное копирование Google на устройстве LG G8s ThinQ? Вначале нужно перейти в приложение «Настройки», после чего спуститься вниз и выбрать пункт «Google». После чего спускаемся вниз и выбираем «Резервное копирование» и нажимаем «Загружать на Google диск». После чего нажимаем «Добавить резервный адрес» и нажимаем «Ок». Отлично, аккаунт Hard Reset Info и резервная копия с устройства включена. Ну что ж, на этом все. У нас после каких-то обновлений устройства скачаем что-то, удалим что-то, резервная копия будет создаваться автоматически. Вручную ее можно будет сделать где-то завтра, послезавтра. Откроется эта функция через время. Что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!